лица жителей деревни Салманово хотели бы поблагодарить вас за внесенный вклад, огромный личный вклад, который вы внесли в благоустройство деревни Салманово. Я подумал, думаю, хорошо бы такую камни, глыбы поставить, чтобы это было очень мощно, но не перегружало деревню никакого вот как бы. И вот этот язычок, который, да, насыпной он на самом деле, значит, под памятник сделано, да, ну, чтобы это было красиво, нужно было привести тот старинный 300-летний пруд в то состояние, которое было, чтобы исторически еще так писалось. Ну, и вот, как бы, поставили протину, отсыпали пруд, сделали этот памятник 10 вот этим погибшим, да, героям Великой Отечественной войны, которые погибли, как раз защищая, ну, Москву, вот Смоленск, 42-43 год. За полезное благодарю, значит, все, и почетные грамоты и губернатора есть, и как бы областная дума. Стал депутатом по той причине, что понимал, что ресурсов вот здесь гораздо больше. То есть бюджеты, социальные программы, значит, ну, когда ты участвуешь, да, разбираешься, ну, условно, есть бюджет, как его распределить и куда направить. Не то, что это вот прям финансовая помощь или что-то. Бывает, звонок нужно сделать, бывает, что-то решить, а бывает и тяжело. Теперь еще больше благодарен за то, что все это ценится, поддерживается, значит, что мы все вместе 22 июня, 9 мая, и, ну, душу радует.